тюменцам, которым было недостаточно тепло на майских праздниках, прогрелись на банном фестивале «Легкий пар». И тут можно подумать, что любители бани сидели в жаркой парной и соревновались, кто дольше высидит, но нет. Да, на самом деле все было не совсем так, точнее, совсем не так. Да, соревновались мастера, их называют пармейстерами. Они соревновались в искусстве парения, причем в нескольких номинациях. Как это было, расскажет Анастасия Семянева. А чего такой красный? Вам наделали красный. Много комплиментов? Нет, я являюсь парместером, банщиком, парильщиком. Вот, и сейчас я участвовал в конкурсе. А что дают за первое место? Баню? Не баню, как кубок, медали, награды и, может, какой-то призовой фонд. Это не просто ванна, это чан банный. Как бы его называют молодительный, кто как называет, вообще как бы... Молодительный? Ну да. Вы меня извините, я пошла. Все, да. Я в молодительный чан. Здравствуйте. Здравствуйте. Как водичка? Супер. Это какая-то специальная ванна? Ой, у вас тут еще и цитрусовые. Уже приправили. Вас уже посолили? Да. Что вы ощущаете? Кайф. Горячо. Веточками себя поглаживаете. Это какой-то эффект дает? А вот я думаю, что это восторг. Эффект восторг. Эффект восторг. У банщика кто-то принимает экзамен? Ну, вот считайте, что это экзамены сейчас идут, чемпионат. То есть у нас а если России... не сдал? Ну, значит, плохой. Вы чем занимаетесь на банном фестивале? Я волонтер. А волонтеры париться-то умеют? Париться, конечно, умеем. Вы... Парить не умеем. Пихтатые веники. Больше звучит как ругательство, пихтатые веники. Ну, это шутка. На моем опыте про пихтатый веник, который из пихты... Хорошо, человек сразу расслабляется, потому что где есть частичка юмора, радости, там, соответственно, не может быть места чему-то темному. Почему на вас платье? Это не платье, это и не ряса, это просто одеяние банщика. Угу. Да, то есть оно удобное. Все проветривается. Все проветривается, угу. Конечно же. В нашем деле это без этого никак. Опять поговорим? Нет, вы вот вся в такая в пихте откуда? Чан с водой. В чане плавают веточки, апельсинчик плавает. А по что там апельсинчики, веточки? Там не почистили? Ароматерапия. Нет, там все чисто, там все великолепно. Ароматерапия. И вы уже парились? Да, вчера нас попарили. Угу, и как ощущения? Набрались хорошо. Силушки богатырской? Отлично, 4 дня отстоять, а сила тоже требуется. Вы уже попарились? Нет еще, я смотрю. У меня там любимая Катя Соловей рассказывает про баню. Ну, это просто волшебно. Всем рекомендую приезжать. Здесь здорово и классно. В подведение итогов. А скажите, пожалуйста, по каким критериям вы оцениваете победителя? Вот их примерно штук 15. А там как-нибудь по знакомству, по блату, там что-то легко, как? Легко, легко. Карта привязана к телефону. Все судейские телефоны висят там. А, все хорошо, спасибо большое. А откуда звук? Прямо из бани. То есть в данный момент колыбельную поет сам парильщик? Да, именно так. Это его голос и часть процесса. А кто определяет репертуар? Сам банщик. С легким паром вас. Да, спасибо. А как вам парильня? То есть именно как раз, что на работу... Прекрасно, я прям получила массу удовольствия. А как вам парильщик? Парильщик самый лучший. А вы можете что-нибудь на современное сбацать? Мурку? Ну, можно мурку. Но смотрите, гусли, на них перестали играть в связи с тем, что репертуар изменился, и с гусли перешли на балалайку. Давайте проще, вы мне отказываете. Да. Сейчас проходил мастер-класс на тему «Женское парение». Чашечками вы что-то там бремчали. Это называется звукотерапия. Ага. Это тибетская чаша. Можно? Можно. О, как хорошо-то. Артем, иди. Иди, Артем, потом все. Иди.